Путин должен уйти не в отставку, он должен сесть в тюрьму на пожизненный срок вместе с своим прихвостнем Медведевым и прочей шайкой. Для них отставка, или даже, как многие говорят, даже та же казнь для них слишком легкое наказание. Пусть они в черном дельфине гниют всю свою оставшуюся жизнь, потому что я их ненавижу каждой клеткой своего тела. В России установился полностью тоталитарный путинский режим. Это даже не авторитарный, а тоталитарный. Просто людей просто сажают только за их мнение. А ростовское дело — это просто бардак, который должен получить общественный резонанс, так же, как и московское дело. Я не понимаю, почему ростовское дело такого резонанса еще не получило. Ребят просто жалко, потому что мне они просто как даже в дети годятся, но они намного меня младше, но и ребятам просто ломают жизни, ломают людям жизни. То есть, если ты не согласен с властью, ты идешь просто в тюрьму. А так быть не должно. Ни в одной просто в цивилизованной стране мира этого нет. Власть уже просто зажралась. И по поводу последних событий я могу сказать, Россию просто унизили и растоптали благодаря политике Путина. У него провал на провале везде, как во внутренней политике, так и во внешней. А отстранение от Олимпийских игр, я считаю, это правильное решение ВАДА, потому что это хороший плевок в лицо нашей власти, которая ничего не предприняла, чтобы защитить наших спортсменов. Я так скажу, когда-то Гитлеру аплодировали миллионы, миллионы. Сейчас это имя в Германии даже произносить нельзя. Саддама Хусейна считали чуть ли не богом. Но даже бог может упасть. Все помним его финал. Он был приговорен к смертной казни. На данный момент, по-моему, это последний смертный приговор, который вынес ООН. И участь всех диктаторов, она очень печальная. Либо они отсюда сбегут, почему они долги африканским странам прощают, чтобы было просто куда бежать. Потому что ни одна цивилизованная страна их уже не примет. Вы все объекты разработок соответствующих служб. И вы зря смеетесь. Я скажу почему. Потому что вы носители определенной информации. Знаете, можете что-то услышать, что-то увидеть, с кем-то переговорить. Вы свободно болтаете по телефонам, значит, по открытой связи. И все несете в эфир то, что считаете нужным, и вообще о чем думаете, или только предполагаете. Это представляет интерес. Потому что на каждого из вас можно завести дело. Путин вор! 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 Путин вор!